чтобы газ бесперебойно поступал на предприятия и в наши квартиры, на всем пути его следования работают газокомпрессорные станции. Есть такая станция и под Смоленском. Рядом с нею строится еще одна для новой очереди газопровода «Уренгой. Западная граница». Нелегки порой эти километры. Через леса и болотные топи. Несмотря на осеннее ненастье, 1,5 километра в день при отличном качестве работы проходят специалисты механизированной изоляционно-укладочной колонны. К 60-летию Великого Октября они обязались сдать 30-километровый участок трассы. Уже в конце этого года жители Смоленска получат газ из новой линии газопровода «Уренгой. Западная граница».